Вот, ракию. Ракию, да, между ними поставь. Так, подожди, вот, надо шикарно. Как-то это... Саш, чтобы этикетку видно было, что это ракия. Да, нет, сюда, к стаканчикам. Шикарно, просто шикарно. Ну что, на здравие? На здравие. Знаете, самый важный признак зимы в Варне? Нет, ни шапка и ни зимняя куртка. Они могут понадобиться в любое время. Вот это, сейчас я переверну камеру. Вот это самый зимний жест города. Это созревшая хурма на облетевших листьях. Если дерево чье-то, то хурму собирают недозревшее, она вызревает в подвале, в погребе. А если дерево не чье или за ним не ухаживают, то хурма теряет листья, а плоды не теряет. Они созреют к концу декабря и станут сладкие-пресладкие. Это зима. У нас такого цвета зима. Ну что, в Варне 5 часов вечера, декабрь. Теплая шапка, теплое пальто. К вопросу о пуховике. Пост знакомый о том, что в Варне сложно найти длинный пуховик, закончился тем, что у меня теперь длинный пуховик. Пока малыш, да, заводчица клевера отправляет любимое дитя. Вот два вида клевера, розовый и белый. Ячмень, а также всякое по мелочи отправляет вот будущей маме его. Забавно, что когда уже везде нарядили елочки и зажгли огоньки, когда по календарю уже точно зима, вдруг потеплело. Я вот нараспашку сейчас шарф сниму. Ну, в общем, зимнее видео открывается с плюс 11. В Варне открылась еще одна ярмарка, и вы никогда не поверите, что здесь есть. Thank you.
Это наша зима. Половина деревьев облетели черные, половина стоят золотыми, засыпают. Вот эти уже заснули. Вот, газоны расцвели, потому что для газонов самая погода. И кое-кто, вот видишь, решил вообще не спать. Вот они стоят зеленые. Все им нипочем. Да? Вот здесь у нас 43.12. 18 кислота вече землетрясението рушат и тази час вижте е възможно. Ну да, я бы и не стала курить там, где сплю. Поэтому я пришла с чашкой кофе в ресторан. Говорю, ребят, можно я у вас на веранде покурю? Они такие говорят, поднимайтесь лучше на крышу. Там у нас место для курения. Она говорит, мне это неинтересно, понимаешь? Да. Я бы... Это Боже, декор. Мама, ты посмотри мама, на... Когда я буду взрослой, я накуплюсь на такой хрени. Посмотри, типа, ты выходишь в сад, а у тебя там... Да, здорово. Да-да-да-да! Необычным способом. А. Ты умеешь играть в паре? Нет. Мы правы хуропы, где меня учили на... Может, попробуешь? Нет. А это не для хуропы. Еще скажи, что под нее нельзя писать в паре. А что можно писать в паре? Сколько так можно? Мама с такой сумкой ходила на работу. Подарок этой зимой прямо напротив церкви Святой Петки, где было довольно часто, открылся кофе кап. Мой любимый бренд в дорогу. 30 декабря, плюс 14. Я закрыла сезон. Отработала последнюю экскурсию этого года.
Дожди идут мне навстречу. Не потому, что я Снегурочка. Потому что все идут на главную площадь, а я от нее к морю. Потому что сегодня мы встречаем Новый год у моря. То изумительное чувство, когда на 3 минуты опаздываешь, а друга все равно еще нету. Есть те, которые не опаздывают, потому что приходят позже всех. Свет не заря, свет электрический, заря только поднимается вот оттуда. Варнинский вокзал. Мы едем путешествовать. 2 января, первый рабочий день. Рождество по армянскому календарю. Плюс 8. Короче, в ночи, вот здесь, в машине, люди, это живой человек играет на гайде. Прям живой. Он сидит на заднем сиденье и играет на гайде. Офигеть. Вот. Смотрите, что я нашла сегодня по пути. Это... улица Сан-Стефано и мой любимый магазин фруктов. Это дверь в него. А вот это, холодильник. Полный холодильник замороженных лесных грибов. Ну и да, это у нас такая зима вот у нас. И не в России, но как бы деньги нам приходят через, получается, через Россию, поэтому, ну какой там законодательство? Мои хорошие. Вон еще один гранат.
Такие все хорошие, да? Снег, 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 снег. У меня просто нет, что с ним гулять. Бустер, счастье мое. Иди сюда. Я заходил к вам в Инстаграм, смотрел, там есть пара фото с солнцем. Варна, 5 февраля. Посмотрите, что лежит. Я не знаю, откуда это взялось, но это, да, грязный снег. Вот, можно сказать, что на улицах Варны лежит грязный снег. Правда, это единственный кусочек снега, который мне удалось обнаружить в Варне. Спора. Завтра отъезд. Иди сюда, мой хороший, иди сюда, моя собаченька. Да. Варна, 16 февраля. На фоне неба не очень видно. Смотрите, кто зацвел. Все. Здравствуй, весна. Холода кончились. Началось вот это вот. Нормальный блогер записал бы работу. Особенно если работал бы в музее. Особенно если водил бы по античности. Но я хочу записать про суп. Давайте, мышеньки, летите сюда. Мышеньки. Прямо скажем, с тех точек было лучше видно, когда... Это правда, но вот они летают, и я немножечко засняла. Для справки, сегодня какое? 19 февраля? Да. Вот это мышки летучие проснулись. Вон они. О! Ну что, 22 февраля,
Совсем-совсем весна. Совсем. Я в тонкой куртке. И без шапки. Вообще без единой шапки. Наташа. Прекрасный. Да. Отработала. Сеешь мысль, пожинаешь действие, сеешь действие, пожинаешь навык, сеешь навык, пожинаешь характер. Сеешь характер, пожинаешь судьбу, говорит нам сегодня мысль недели. Удивительное время любой погоды, всякой. Вчера оставила кофту в магазине знакомым, потому что слишком тепло оделась. Сегодня шапка, термос, шарфик, зимние ботинки. Баба Марта пришла, кое-что принесла. Точнее, Баба Марта придет завтра, вот сегодня последний день мартиничных рыночков. Ну все, официально уже весна. Баба Марта пришла, вон и что принесла. Веду людей кататься на машине времени. Иди сюда. Зимняя варнинская мода. Идти по улице, меланхолично прихлебывая куриный суп. На здравие. Ну что, едем в Констанцу, часть вторая. Слушай, ровно 3 месяца прошло. Да. Ты знаешь? Да. Миндаль, да, 8 марта. Лебеди все еще живут на теплом источнике, что означает, у нас еще зима. При этом я в весенних шмотках и без рюкзака обновила портупею. Я когда тепло, рюкзак с собой не ношу, а ношу только портупею, в нее все складываю. Засовываю десятку на кофе, пачку сигарет. В этом есть, знаете, что-то такое от с ключом на шее и пятачком в кармане бегаешь весь день. Всякое интересное смотришь. Такая вот работа. Наверное, все-таки весна. Страны. У нас, конечно, зимой некоторые деревья облетают, то есть лиственные облетают почти все. Но трава, которой зимой становится одновременно не жарко и достаточно влажно, чтобы расти, вечно зеленые, плюс плющ, который обвивает лиственные деревья, он, конечно, паразит, но до чего ж красив паразит. И вот представить себе зиму другой я уже не то чтобы не могу, но не хочу. И вот к вопросу о лиственных, да, вот это в кадре, это явно не плющ, это явно кто-то решил на зиму не облетать. Вряд ли он вечно зеленый, хотя я
тот еще ботаник. Я только вот чисто пользовательски этим наслаждаюсь. Думаю, что да. Вот, но сегодня у меня дракончик, и это здорово. Не хочу я. Вот само дерево прекрасно. Не надо меня дерево. Вот в том-то и дело, что человеческий. Вот такой вот труд человеческий 19 века. Или все-таки весна? Мне вот в этом во всем жутко холодно. Так что все еще зима. Все. Весна. Потихоньку зеленая дымка. Вот так вот. Все. Первая весенняя гроза. Я только что огород полила. Суббота. Наш друг пиши, читай. У археологического музея. Все цветет. Все цветет. Все цветет. Мы сегодня смотрим античность. Античность мы сегодня смотрим вот в этом вот. Ну что, за 2 часа посмотрели 2 античных зала. Поговорили про античность. Скоро еще пойду. А смотрите, что мне подарили. Обожаю своих спутниц.